два, один. Аша! Я здесь! Я здесь! О, сейчас, секунду, запыхалась. Добро пожаловать в Розис. Волшебное королевство. И наш король наделен даром исполнять желания. Ты самый красивый и любимый король. Согласен. Я и правда красив. Я так нервничаю, что сейчас взорвусь. Моя подруга – ученица короля. У меня челюсть отвисла. Правда отвисла. Аша, иди за мной. Это желание Розиса. Надо же. Люди отдают мне желания, а я исполняю те, что несут благо Розису. И какие-то никогда не исполнятся? Не какие-то. Почти все. Но народ достоин большего. Мне решать, кто чего достоин. Пусть звезда мне верный путь укажет. Я желаю. Я готова все страхи отпустить. О, ты балуешь нас своей магией? Это не я. Что? Вчера я загадала желание на звезду. А и звезда откликнулась. Я говорю, как человек. Ха, и какой у меня шикарный голос. Кто-то вздумал мне угрожать. Ну, кто бы осмелился? Воу-ху, я! Ну, тут без вариантов. Звезда мне верный. У нас завелся предатель. Найди Ашу. Я готова все страхи отпусти. Это тупик. Зато с шершавыми досками. О, молодец, Валентина. Попой почувствовал. Я это затеяла. Мне и отвечать. Время пожелать. Что ты прячешь? О, ничего. И никого? Что происходит? Дайте мне страсти. Курицы не птицы, курицы певицы. Только в кинотеатрах в ноябре.